Всем большой привет! Сейчас хотел показать один рецепт для лечения так называемой подагры. Подагра – это отложение солей мочевой кислоты в мышцах, суставах, связках. И подвержены люди, которые потребляют большое количество пуринов или у которых нарушен именно обмен мочевой кислоты. Чтобы облегчить состояние боли и убрать вот эти самые кристаллики, есть такой рецепт. Вы берете раствор йода 20 грамм, в него добавляете 5 таблеток ацетилсалициловой кислоты или аспирина. То есть вы достаете таблетки, 5 штук, и их перетираете в каком-либо, или в ступке, или же можете в ложке разбить эти таблетки. У меня здесь уже раствор готовый. И затем эти таблетки растворяете в 20 граммах йода. Затем, что нужно сделать? Вот у вас болит, допустим, сустав локтевой. Нужно будет перед этим сделать массаж, вот такой дробноударный массаж, вот, растопыренными пальцами. Вы должны обработать вот эту зону, где у вас именно отложение этой самых солей мочевой кислоты. После этого, как вы разобьете эти кристаллики, вы этим раствором, который приготовили, наносите йодную сетку на сустав. Простая сетка, рисуете ее по поверхности сустава полностью. Вот она, сетка йодная. Можно на мышце, если она у вас болит именно от подагры и диагноз установлен. И затем его, этот сустав, во что-нибудь закрываете, закутываете этот сустав. И на утро уже будет существенное облегчение. То есть не будет этих самых болей. Эту процедуру можно повторять неоднократно и в местах, которые подвержены именно отложению вот этих кристалликов мочевой кислоты. А вообще нужно делать низкопуриновую диету. Пурины – это вещества, которые присутствуют во многих продуктах питания, особенно мясных, крепких бульонах, и больше налегать на овощи. Спасибо всем за внимание.